Давайте подготовим стенд с CentOS. Ну, она тут нам в данном случае как дополнительная машина нужна будет. Так, download. Вот я на CentOS.org перешел. Download. Vagrant. Вот у нас описание, как ее загрузить и запустить. Я вот тут в каталоге сделал эти строчки. Вот этот генерит Vagrant файл, а этот запускает Vagrant. Значит, я Vagrant файл сгенерил, и вот тут вот сеточку сконфигурил так. Вот тут просто было все закомментировано, я раскомментировал. Значит, для чего это? Он у нас не на там будет тогда сетку давать, а будет подцепляться бриджем на, ну, у меня Ethernet 0. Давайте посмотрим. Вот смотрите, да. Вот Ethernet 0. На Ethernet 0 бриджем будет подцепляться. И по DHCP получать адрес. Ну, нам нужно, мы в другие машины тоже будем бриджем подцеплять и работать как будто в одной сети. Можно делать более продуманно, скажем, чтобы было несколько интерфейсов, локальные сети, и через них работать, пожалуйста. Это просто, на мой взгляд, самое простое и без затей. Значит, вот это у меня CentOS. Вот у меня, кстати, папка .vagrant.d. Тут вот боксы разные скачанные. И в папке VirtualBox.vm разные виртуальные машины. Vagrant. Так, давайте теперь запустим. Запущу ее с другого терминала, с вашего позволения. Вот это вот. Vagrant App. Вот так вот. Поехал у нас. Тут у нас аутентификация идет по ключу. Ну, ключ вагрантовский лежит. Вот, собственно, все мы сгенерили. Сейчас Vagrant SSH подключились. Sudo-i. Вот мы. IP-адр. Ну, как видите, все тут на месте. Вот это внутренняя сетка наша. Он получает адрес из внутренней сетки. И таким образом он работает на бридже. И все машины, которые на этот бридж будут цепляться, они будут видеть друг друга. То есть так, без затей, нам быстренько нужно стенд сделать, не думая, мы можем подключить несколько машин, чтобы они взаимодействовали без установки сложных сетевых настроек. Вышли и остановили. Значит, у нас тут получилось, что вот у нас CentOS, вот он появился, виртуальная машина. И таким образом мы
получили еще и виртуальную машину Центос.